Всем привет! Это пятая часть прохождения Assassin's Creed. Вы на канале Bullets Union. В общем, мы продолжаем спасать горожан. Так, заодно сейчас захватим вот этот флажок. Я тут узнал, оказывается, ну, в общем, что это для воспоминаний дополнительно, да? И, как я понял, они все равно ни у кого не работают, так что, ну, будем собирать, если будут прям попадаться, а так искать я их не буду. Так, ладно. Сейчас мы еще синхронизацию проведем. Я так надеюсь, по крайней мере, на это. Так, все. И вот, да, ну, конечно, повыше, чем стена. Ну, тоже не особо высоко. А, управление здесь слегка корявое в игре. Так что, если что-то не так, вы сильно не серчайте. Мне тоже не особо удобно просто. Но как бы настраиваемое, но почему-то не до конца. Так. А вот и наша точка синхронизации. И синхронизируемся. Ага, нашли мы какую-то кражу у нас дополнительную. Ну, давайте сходим. Почему бы и нет? Так. Ой. Ты мог покалечить меня. Нужно что-то делать. Все. Это дело времени, рано или поздно об этом узнают. Но скажи ему, безопасность рынка в его интересах. Он не будет слушать. Он слишком занят этой новой сделкой. А стражники? Уже пробовал. Если нет приказа от Тамира, им просто плевать. И что будешь делать? Пойду к Абуальну к воду. Королю купцу? Он тебя не примет. Это не нужно. Я написал обо всем в письме. Он прочтет его и сам решит, что делать. Хорошо. Осталось свистнуть письмо. Все, свистнул. Хорошо. Получена карта базар, на котором показано, что северо-восточная крыша подходит к центру площади. Ну, помогите же. А теперь разберемся с этими индюками. Я думаю, я успел нажать. Так, ладно. Вот один из четырех остался. Честно говоря, я помню, Фоксу учились. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. По поводу того, что можно сразу кулаком еще ударить в ответ, но... Я, честно говоря, не помню, как это делать. Так, давайте сюда, на эту точку. Здесь залезу? Да, залезу. Хорошо. Пытаемся как можно больше союзников набрать. Так, и вот эта башенка, видимо, да? То есть расследование все-таки можно завершить, оставшееся. Так, залазь давай. Я просто думаю, что я все похерил, нечаянно зайдя в бюро. Ну да ладно, видимо, все более-менее в порядке. Так, а где оставшийся? А, вот, все, синхронизация прямо здесь, да? Залазим. И поехали. Так, хорошо. Еще один горожанин у нас здесь впереди. Прыжочек Вера. Шайтан всюду вокруг нас. Здесь найдешь все, что тебе нужно. Ждет. Бежали. Искушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салах один. Ты что-то хочешь сказать? И сражайтесь с врагом, так как можете. Делаешь так еще раз, позову стражу. Так, ладно, сначала спасу, потом разберусь. Умри его! Сделай ты же что-нибудь.
Да кто ты такой? Отрублю голову! Так, ладно, минус один. Просто потому, что он молодец. Так. Все. И сразу поговорить. Весь город узнает о твоем подвиге. Так, вот теперь я хочу узнать что-то задание. Мне ощущение, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Все просто какие-то выполнял или нет? Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Ладно, видимо, ей больше ничего нет. Так, дальше у нас еще одна точка обзора. То есть вот такие удобные вещи мы будем все-таки присматривать. Они нам пригодятся. Опа. Хорошо, возьмем. Пусть будет. И продолжаем движение к точке обзора. Так, 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 так. Тихо, не падать. У меня этот план не входит. Есть. Ох, это будет выше. Наверное, лучше сразу здесь начать залезать. Так. Красивая башня, ничего не скажешь. Главное, большая. Выше, по-моему, чем все предыдущее. Ой. Поц, привет. И сразу опять на клинок. Так. Что же мы интересного открыли? Задание информатора. Хорошо. Давайте посмотрим, что он нам скажет. Альтаир, мне нужна помощь. Я кое-что взял у одного из людей Тамира. Они ищут меня, пожалуйста. Проводи меня в безопасное место, и я с тобой поделюсь. Защита каравана. Хорошо, давай. Интересно, к тебе вести? Ага, до выхода, да? Ну хорошо, пойдем. Так. Нападет этот мужик или нет? Хорошо. Ну, вообще задания такие первые. Что ты делаешь? Иди прочь! Ну такой сразу. Типа все. Эх ты ж. Я что-то второй не заметил, там изображение такое забавное. Ну ты поц, конечно. Я бы мог и сам убить. А, все, то есть вот они как раз двое напали, хватит, да? Где тот, кто заварил эту кашу? Не знаю, где тот, кто заварил эту кашу, я не при делах. Так. Иди давай. Сюда, сюда, позволь показать тебе весь мой товар. Так, это я возьму, это мое. Подходите, подходите, большая распродажа. Чуть я не обогнал. Так. Мы в безопасности. Отсюда я доберусь сам. Вот, возьми. Это что-то вроде приглашения. Надеюсь, оно поможет в твоем деле. И удрапал. Да ты крут. Тамир находится на базаре. Я как бы уже понял. Еще одна точка обзора, поехали. Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Что? Умри, неверный! В смысле умри, неверный? В сторону! Живо! Тебе не уйти! Я же даже ничего не сделал.
где-то тут. Ну-ка, успею. Успел. Так. Вы меня заколебали, ребят. Честно слово. Я был уверен, что он тут. Добрый день, дорогие друзья. Тебе показалось, босс. Так, туда допрыгнул вроде, да? Ха! Хорошо. Ты смеешь красть меня на глаза? За это ты... Все, это вижу. Жизнью. На помощь! Помогите! Вор! Грязный вор! Ну-ка, тихонечко, пленочку. Отстань! Я не могу! Хочешь умереть? Будь под боем! Так, ладно. Мы сделали. Так, давай умирай. Не пойдешь? Ой, привет, дорогуша. Что ты так вовремя подоспел? Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Да какая стража, о чем ты? Сюда! Убейте его! Могли предупредить. В смысле? Тебе не уйти! Неверному! Какая-то фигня произошла. Ну-ка, давайте его бунт во всех. Не мешать-то нем. У меня почему-то блок не сработал. Так, ладно. Этот, конечно, бой не в мой план не входил. Особенно с таким получением люлей в ответ. Ну-ка, залазь. Да ладно, залазь давай. Что здесь произошло? Так, так, пополз, пополз. Убийца разбудил. Кто это сделал? Да я не знаю, кто это сделал. Не я. А, все. Значит, там тоже могут лезть. Что-то я там тупанул. Так. И что же у нас здесь? Где наша точечка? Как же он не хочет слезть, если прям не над ним упор, конечно. Ну да ладно. Так. И обзорчик. Так, на эту точку дальше. Хорошо. Точка обзора еще не осталась. Ага, еще послушный разговор не остался. Прекрати, ты делаешь мне больно. Я даже сначала не заметил. Не знаю почему. Так, на тебя среагировал. Хорошо. Ты, по-моему, лишний. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Да пофиг. У нас под боком ходит убийца. Так, выполнил 9, да? Еще трое таких точно у нас. Да, еще у нас одно задание новое появилось тут. Подслушать надо будет разговор. Да ладно. А, так вот он по пути, давайте его послушаем тогда первым. Эй, ты! Да ты! Подходи, посмотри мой товар! Я не достану отсюда, что ли? Нет, стой, стой. Нет, наверх я хотел запрыгнуть туда. Ты это видел?
теперь что он делает? Он выжил из ума. Как можно быть таким неуклюжим? Простите, пожалуйста. Я не хотел. Так, мне нужно сесть к ним. Это я понял. И теперь... Слушай. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все равно это мешает работе. Шумят они. Надо, чтобы кто-то поднялся и согнал их оттуда. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты лизанием пяток своему господину. На балке, которая пересекает центральную площадь базара, можно забраться. Точнее, предлагать, так понимаю, в полете этого мужика убить. Ага, вот так я не залезу, так смогу. Хорошо. То есть у нас множество вариантов. Да, залазь так не... Ладно. Интересный сейчас был фильм, конечно. А сюда? Люди, подходите, посмотрите на мои... Так. Вот думаю, в этой серии как раз мы успеем выполнить все побочные задания. И как раз следующий уже приступим к убийству. Залази, залази, дружок. Синхронизация пошла. Да, много же здесь точек. Что у нас дальше по плану? Я вот сюда хотел. Угу, еще одна точка обзора. Ну я знаю, где она. Люблю таких клиентов. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, товара полно. Подходите, смотрите мой товар! Так, он залез сразу на крышу. Там хотя бы пока что этих олухов нет. Грязный воришка, увидишь, тебя трубят рубром. Вы найдете... Ты делаешь мне больно. Правда, Антон не знает. Грязный вор! Фига ты сиганул. Неожиданно для меня, честно. Так. Тебе что-то нужно? Мне ничего. Я хочу тебя убить. Умри, неверный! Так. Что-то у вас резко стало больше, чем я хотел. Примерно человек на два. Вот и все. Весь город узнает о твоем празднике. Да, пожалуйста. Теперь сразу на точку обзора. Что это? 8 из 15. Да ладно, вы угораете. У вас много слишком ребят. Не залезу. Да ладно, ты не запрыгнешь. Ну тут есть что успеть. Еще ниже. Так, погоди. Ага, все нашел. Здесь можно. В смысле нет? Он сошел с ума? Нет, я хотел все залезть вообще-то. Нет, залезть. Слушай, я здесь ничего не хочу. А, все, понятно. Точка обзора даже не здесь. Вот она. Сюда, наверное, легко залезть, да? Что-то я тупанул. Понятно. А, то есть теперь ты лезешь, да, так? Вот здесь выступ, дальше пошли. Угу. Такая резна ведь симпатичная. Так. Блин, высоко. Я бы напугался. Наверное, поэтому я не сосин, да?
Так. Выступ там. Все прекрасно. Намек понят. Я почти залез. Так, давай, давай сюда. Хорошо. Ага, все точки в Дамаске посещены, обзора. Ну и все, собственно, вот они, два задания остались у нас. Город довольно маленький. Ох, как это ужасно. Ну так где же ты? Так, стоп, не показалось. А показалось. Думал, флаг. Зачем-то решил его забрать. Большая распродажа. Оп, стоп, задание. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Или это как раз... Ну, что-то я перепутал. Это как раз то, на котором не надо потом будет. Но не сейчас. Сейчас мне туда не приспичило. Хорошо. Хотя бы забег еще не убивает просто. Скажи на милость. Ты смеешь красть, ну, я Господи, я хоть раз не попаду сразу. Сейчас ты умрешь. Я не уйти. Ну, держишь кнопку, я не буду. Ага, все, ну ладно, обычно это будет пригодиться, наверное. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я чуть сам не совершил свое задуманное. Да, и вот типа остался один, вот красу. Это в Беднецком районе, естественно. Что всё. Случилось, бедолаги? О нет, это ужасно. Так, а в богатый сейчас могу заглянуть? Чисто ради интереса. Что плохого я тебе сделала? Скажи. Привет, Поц. Эй! Ты что, офигел? Ну, помогите же! Уйди сюда. Неверный! На помощь! Умри, неверный! Ну-ка, получи. Вот он опять так же тупанул. Вот тут нормально. Привет, дорогуш. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Кто мог совершить такое? Так, в Беднецком районе спасены все. Хорошо. Почему у меня горит бюро ассасинов? Давайте посмотрим. То есть он мерцает, наверное, надо все зайти, нет? Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самые важные в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя.
Нам дали перо. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Да ладно уж. Выйти можно? Перемотка на более поздний участок памяти. Так. Я все-таки похерил одно задание, ну ладно. Не суть уже. Так, тихо. Я пока что хотел проверить, могу ли я попасть сюда, например. Просто, скорее всего, там должно быть задание, по идее, да? А я еще там ни разу не был. Я хочу есть, я вот ответ на мой вопрос, сюда нельзя. Так, ну давай тогда продвигаться к заданию. Огонь войны пожирает землю. К текущему. И там серию завершим. Естественно, начнем новую оттуда же. Чем сюда прыгнул? Тихо. Нет, 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 нет. Вверх, вверх, вот. Ты зачем слезть-то решил? Так, во-первых, меточку уберем. Нам больше не нужна. До задания на 140 метров. Хорошо. Ты правда очень мудр, раз решил обратиться. Жалко, конечно, одно расследование потерял. Почему-то не заклинил, что это наше задание следующее. Ну ладно. Может, тебя заинтересует вот это? Я ничего не делаю. Но это далеко не все, слава. Так, мы почти на месте. Там тебе нигде не найти. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Так, в общем, в принципе, на задание. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Продолжим в части. Всем пока. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут голову.